все йде по плану, кажуть росіяни. А насправді ось такі їхні масовані ракетні атаки, обстріли Харкова вказують про те, що йде не по плану, і воюють вони не з армією, а з мирним населенням. Іншої думки, що правда, пропагандисти, вони шукають приховані смисли у промові свого бункерного діда, намагаються читати щось з-поміж рядків. Давайте почуємо. Знаете, вот когда я слушал президента, у меня все в большей степени складывалось ощущение, что вряд ли в ближайшее время, возможно, что мы когда сможем вернуться к тому, чтобы даже пытаться строить какое-то совместное будущее с ними, исходя из взаимного доверия. Речи Путина, что я увидел? Я увидел уверенного лидера, у которого есть план, и он дал четко понять, что все идет по плану и все на самом деле под контролем. Главное. Президент показал четкое понимание, что не надо говорить ни о ком секвестре, ни о том, что там эти пояса подпоясывать, что у нас экономика находится в сложной ситуации. Нет, он показал, что она развивается и может развиваться гораздо большими темпами, чем развивалась раньше. Мы это защитим наших детей от деградации и вырождения. Защитим. И надо отметить, что Путин, когда говорил об экономике, тоже сказал, что мы-то последние несколько кварталов растем, что мы вышли в новый цикл. Так что не только защитим, но и вырастим, и приумножим. Выступление. Я думаю, что выступление было очень системным и очень продуманным. Вот во всех деталях. То, что на Украине, будем решать, как запланировали. А в остальном мы должны спокойно заниматься развитием себя и строительством себя. И последнее, про Байден. Россия никогда не победит Украину. Никогда. А кто вам сказал, что наше дело победить Украину? Наше дело в другом. Если вы собираетесь воевать, то наше дело победить Америку, а не Украину. И вот это главная неприятная новость, которую они сегодня услышали. И война с Америкой не будет такой, как специальная военная операция. Нікчемний виступ, нікчемні коментарі, тут все очевидно, не будемо часу навіть гаяти, аби це коментувати.